бесплатная зеленая кухня, весенняя, одуванчики. Вот везде можно их в чистом месте сорвать, промыть. И сейчас они вымачиваются в подсоленной водичке. Мы вот примерно такую порцию вдвоем с мужем в обед с салатом кушаем. Сейчас я хочу вам показать, как выглядят меленые лисички. Это мы приобрели. Я вам показывала раньше, что мы заваривали. Вот так вот они выглядят. А ты коробочку покажи. Очень хорошо. Ну, коробочку не сейчас. Так, и хочу еще показать. Люди очень многие не знали и не пробовали никогда, как выглядит амарант. Вот. Амарант применяется от нарушения обмена веществ, в частности от диабета. Вот. А по лисичкам вообще и амаранту, и потому что какое воздействие полезное имеет на организм вот эти продукты. Конечно, нужно делать большое видео. Было изучение, наверное, где-то разных сайтов, штук 5, разных статей несколько. И обучение, оно усваивается постепенно. Эта информация ищется, она может быть там разная, и специалисты еще рекомендуют. И, конечно, это более продолжительное видео. Наверное, как-то нужно его сделать по вашим просьбам. Будем здоровы, всех благ!